Продолжаются беспорядки в столице Таиланда. Оппозиционеры отключили от электричества офиса премьер-министра и членов кабмина. Протестующие требуют, чтобы охраняемую территорию немедленно покинули полицейские, но те отказались составлять пост без соответствующего приказа. Напомню, демонстрации начались в Таиланде в конце ноября. Два дня назад король страны подписал указ о роспуске национального собрания и утвердил дату новых выборов 2 февраля следующего года. С этого момента парламент страны официально распущен, правительство получило статус исполняющего обязанности. Однако манифестанты требуют немедленной передачи власти Народному совету, состав которого должен утвердить король.